Так, станочек собран. Штихель 02 стоит. Z-щуп подключен. Жертвенный столик готов. Так, программу запустил. Количество точек указал. Щупы подключены. Поехали. Станочек работает, вот даже видно, он часть фрезеровал той кладки, которую мы рисовали. Сейчас он по крайней линии, изоляционной линии, он проходит, получается второй проход. Здесь, то есть он уже отрисовал геометрию, которую он отфрезеровал. То есть все, станочек потихонечку работает.
В общем, станочек завершил свою работу, вернулся в начальную точку. И смотрим, что мы имеем. Вот у нас отфрезерованные дорожки. Отфрезерованные дорожки у нас с фрезой, с штихелем с кончиком 0,2 в два прохода. С перекрытием или 0,35 или 0,4, не помню. Как видно, логотипы. То есть все, в принципе, хорошо видно. Как бы вопросов нету. По времени мне это заняло час 17. Ну, почему так долго и стоит ли? К этому мы вернемся чуть позже. И объясню причину, почему получилось так долго. Сейчас я меняю штихель. Я достаю штихель. И ставлю вот такую вот кукурузку 0,8. Будем делать отверстия. Два отверстия под провод. И вырежем вот здесь и вот здесь. Не переключаемся. Так, я уже загрузил файл, который у нас будет фрезеровать отверстия. Так, Z я уже обнулил, снимаем щуп и запускаем программу. Смотрим. Это у нас первый проход. Сейчас фреза опять углубляется, режет по тому же месту второй раз. И вот фреза углубляется окончательно и режет уже финальный проход. Скорость подачи, если не ошибаюсь, у меня стоит либо 30, либо 35. Кукуруза, напомню, у меня стоит 0,8. Отверстие, вот второе. И сейчас сделать еще вот это.